Доктор Барменталь. Жизнь станет легче. Снижай вес с нами. Звони 25 25 75. В начале этого года в средствах массовой информации появилась любопытная публикация. НИИ питания провел исследование и сделал вывод. На начало 2016 года в России примерно 60% женщин и 50% мужчин старше 30 лет страдают от лишнего веса. Разные формы ожирения наблюдаются у 26% населения страны. То есть сегодня лишние килограммы портят жизнь каждому четвертому россиянину. Самостоятельно решить этот вопрос может не каждый. И вот здесь приходят на помощь специалисты. В школе, в подростковом возрасте, в техникуме, в университете всегда была стройной. Начав работать, появились комплексы, появились постоянные стрессы. Я набрала за короткий период времени очень быстро лишние килограммы. Было некомфортно ходить на работу, было некомфортно ходить каждый месяц, покупать вещи на размер больше. Килограммы росли просто неимоверно, очень быстро. Окружение мое всегда делали акцент на том, что я очень хорошая, очень милая, что очень красивое лицо, со всеми хорошо общаюсь. Но внутреннее ощущение было, что близкие, родные пытаются не обидеть меня, то, что у меня есть лишние килограммы, и от этого мне было еще больнее. Лишний вес – это проблема, с которой самостоятельно не получается справиться, поэтому помощь специалиста, она здесь необходима. Специалист направит в правильное русло и объяснит, как правильно сбросить лишние килограммы и как правильно это поддерживать. Написано очень много книг, очень много различных препаратов, которые дают возможность снизить вес. Но вес возвращается. Возвращается не просто те же килограммы, а возвращается в 2-3 раза больше. Поэтому помощь специалиста – это самое главное. Специалист, он не только поможет, но и научит держать вес под контролем. Для меня стройность – это залог успеха. Соответственно, чего я всем желаю – быть стройными, успешными, счастливыми. Не нужно сомневаться, что программа не сможет вам помочь. Главное – это цель и желание изнутри. Сегодня вы придете и обратитесь в центр, завтра вы будете ходить уже стройными, счастливыми. Не секрет, что, по мнению многих водителей, российские дороги, мягко говоря, далеки от идеала. Многочисленные ямы, кочки, лежачие полицейские способны в одночасье испортить настроение от поездки. Настоящие автоспециалисты знают способ, как скрасить себе путь. Это автобаферы. Преимущества установки автобаферов очевидны. Детали корейского производства, сделанные из стойкого уретанового материала, уменьшают силу ударов при движении, придают автомобилю устойчивость при поворотах, продлевают срок службы амортизаторов более чем в 2 раза, соответственно, снижаются затраты на техническое обслуживание вашего железного коня. Автобаферы нужны для того, чтобы увеличить клиренс автомобиля относительно дороги, а потом для того, чтобы снизить пробои подвески при прохождении неровности. Самое главное, автобафер можно подобрать на любую марку и тип автомобиля, где используются пружины. Установка деталей не займет много времени. Это можно сделать даже собственноручно, но во избежание неприятностей лучше все же доверить этот технический процесс в руки специалистов. И, пожалуй, одно из самых главных преимуществ автобаферов – большая износостойкость. Деталь из уретана прослужит практически неограниченно долго. Более того, если автовладелец решит поменять машину, те же баферы можно установить на новом авто. Был у нас случай, приезжал к нам в автоцентр клиент, ему ремонтировали подвеску, вот, сняли автобаферы при ремонте подвески. Они были совершенно в идеальном состоянии, то есть за 7 лет, что он на них проездил, они никак не изменились ни внешне, ни потеряли своих качеств. Только положительно отзываются об автобаферах и многие автовладельцы, ведь благодаря этой детали ласточка становится намного ласковее. Разницу почувствовал сразу. Езда по дорогам стала более комфортной. Автомобиль стал выше и меньше стало чувствоваться ям на дорогах. Сменив автомобиль, я приехала за новыми автобаферами. Для наших разбитых дорог это очень актуально. Кстати, помимо автобаферов, специалисты помогут вам отремонтировать авто, подобрать автозапчасти, сделать качественный шиномонтаж, отрегулируют развал схождения, что в это время года крайне актуально. В общем, сделают все, чтобы ваш автомобиль радовал хозяина как можно дольше. Благодарим за помощь в организации съемок автосервис «Автокорея Моторс 56».